Добрый вечер, дорогие подписчики. Сегодня мы будем смотреть матч между подписчиками. Две команды. Это пробный матч. Вот. Будем смотреть, как играет команда Black Republic и команда, как они себя назвали, но не подписались, от страха Win. Ну, выиграли, победили. Так, очень потные ребята. Я надеюсь, игра будет интересной. Так, первый банит команда сил тьмы, банит Скаймага. Странно, как будто они слышали, что пельмешек и хорошо играет на Скае. Как знали прямо ребята. Вот. Это уже вторая игра. Да, кто первый не знает, вторая игра. Меня опять забыли представить, как обычно, да, но я не в обиде. Это мой друг, который тоже будет со мной комментировать. Честно говоря, одному это комментировать это шляпа. Просто как разговор с собой. Как этот псих немного. Так, второго забанили Вайда. И опять Бубука. Вайда. Виндвортекс, пельмень боится Бубука и Сайленсера. Это их не берет никто. Комба Бубук и Сайленсер не работает. Это вообще не комба. Почему? Я не знаю. Не знаю, Black Republic решают так. Видимо, ну как я уже тогда, да, говорил, что Сайленсер контрится мантой и все. Ну, то есть... да и даже не мантой, он любым персом может контриться, я не знаю. Той же пугной поставишь вард, и Сайленсер ничего не сделает. Так-то если. Не, ну сало-то он может кинуть, почему? Просто, ну, просто ему вард надамажит. Ну да, ну это вот в этом-то и прикол. Это другой вариант. Ну да. Ну вот, например, Скаем играть против Пугны — это страшная сила, потому да, что я Скай, сам это знаю, там, я играл Скай, много раз. Сколько? 800 маны, по-моему, да? Да, да, 800 маны, это около 1000 дамага нанесет, плюс у Скай там брони нету, у него жизни. То есть, это, в принципе, он, если кинет сало на кого-то, этот... Это тебе дамага 300, это тебе дамага 300. Вард, раз, и все, и ульт, и два, и все, и Скай складывается. То есть, Пугна это такой персонаж. Ну, в Рейскинг пока, в Рейскинг... Первый в Рейскинг... Не знаю, наверное, он у них будет... Где он? Как ты думаешь, где он у них будет стоять? Да я даже не знаю. Его, наверное, в легкую. А, они за тьму играют. Да, наверное, они в легкую поставят его, да и все. Как бы. Да. Ну, в легкую тогда в 3+, скорее всего. Ну, скорее, да. Ну, саппорта, наверное, сделают из него какого-то, и все. Думаешь? Да он и хорошо саппортом залетает. Сначала он саппортит, да, например. А к минуты 20-й, там, 25-й, он вносится, я не знаю, что-нибудь. Понятно. Ты тут? Что там у тебя опять происходит? Это не у меня, это у тебя. У меня все норм. Ну, у меня тоже норма. Так, выбирает. Опять долго выбирает. А, нет, не долго, наоборот. В этот раз наоборот. В первый раз долго выбирала команда... Антимаг, сразу. Вот это да. Я тебя даже перебил. Да. Антимаг и Раста. То есть нету магов, они уже выбрали антимага. Да. Первым пиком антимаг. Чего? Просто набрать таких... Не, пельмень со злости. Это пельмешек Виндвортекс, кто не знает. Он со злости просто нажал на антимага. Он никого не слушал, он просто нажал на антимага. Шадов Шаман. Ну, Шадов Шаман Сурсой, мне кажется, залетит. Да, он сам, у него и Хекс есть, и Станчик, и ульт мощный. Хороший, мне нравится. Да, он как-то весь такой... Да, главное не крысить у него все активные спеллы, главное только не крысить ультой, там, не кидать ульту на персонажа с лоу хп, там ульта дамажит нормально, 1000 хп на последнем левеле с аганимом. Ну, 1000 хп-то это ничего себе. Это можно, в принципе, дать стан, жабу, из самого жирного потом вынести. Опять дизраптор, ну не играет никто дизраптором, пусть они меня услышат, увидят и поймут. Не ну, играет ребята, им никто. Так, ребята, эти ребята выиграли прошлую игру, поэтому им виднее, что пикать. Ну да. Не будем пока особо осуждать их выбор. Ну да. Леон, антимаг. Антимаг, кстати, Леона будет раскладывать. Угу.
Shadow Shaman Да, ну, связывают, но почему не Урса? Почему и не Урса и Shadow Shaman? Вот это вот комба, конечно. Время захвата 5 секунд, ё-моё, это очень много. Ну да, за 5 секунд-то он набьет-то много. Гирокоптер в баню. В баню гирокоптер. Почему? Вертолетик. Чем он провинился? Почему, да, почему, действительно, почему вертолетик, если, ну... Они, наверное, делают это, чтобы как-то, чтобы более-менее каких-то керри команды противника не давать. Мне кажется, так. Ну, гирокоптеры, блин, антимагу фармить надо просто нереально. В прошлой игре, скажем честно, у них была... У них так... Саппорт, у них был один саппорт, но и, была... Кажется, из-за этого, да. Из-за этого они посыпались. Да, ну, был шейкер. Да, это пипец. Шейкер, он такой, мне больше кажется, что это как инициатор. Ну да. Но мы, как мы думали-то, сейчас Дед Пропит закастует ульту, все будет вообще отлично. А на самом деле... Шейкер промахивался очень часто ультой, редко давал ульту, но когда давал, он промахивался. Но несколько было, конечно, несколько нормальных. В середину замеса, но... Его сразу убили. Снайпера тогда нет, он просто поумный, он разводил снайпера на ульт, а потом взял уже свой ульт, взял понту, чтобы не было. Но по иллюзиям не дамажило. Да, чтобы ему не было, меньше проблем у него было. Так, заблочили они профит и заблочили снайпера. И варлока пикнули. Пелемешка что-то дает вообще. Что? Варлока. Может, это страта какая-то, опять, я не знаю. Опять пушеры, да. Второй раз подряд. Пройдет такое дело? Нет, мне кажется, нет. Посмотрим, что пикает. Контрпик. Что? Ну, пока вот им надо сейчас антимага. Более-менее какого-то такого жесткого. Антимага. Что можно против антимага? Нужен какой-то дэмэдж дилер, который особо не надеется. Да сейчас они распсихуются, легионку возьмут и все, и пойдут наезжать. Ну, можно Гуля взять тоже. Гуля, легионка, и все. Или Клинкс вообще просто. Ну, надеюсь, в этот раз тоже не будет Пуджа, потому что это да, мясо. Пудж это просто useless. Это только для папчиков. Да, для русских школьников. Хотя я видел, Дэнди тоже катает. Да, ну, Дэнди, он с пропоя по-любому. Прошлая игра, сколько у нас было прошлая игра? 50 минут почти. 50 минут. В общем, где-то на минуте 35 Пудж уже будет ловить люлей. Угу. От всех. Ну, сначала он худший, это вообще мясо на одного. Просто вот. Он оп, одного хукнул, вонючку, но это я в прошлый раз говорил в прошлом видосе. Хук, вонючка, ульта. Пока он жрет его, нет, кто-то он, его принципе, собьет. В саппорта Зевс. Не слышь, Зевс. Три саппорта. Пока что. Ну, Зевс, он как нюкер. Да, он саппорт. Ну, в Райскинг, может, они там такие инициатором как раз. В пабах и Брюмастер. Ну, Брюмастер на мид должен это идти. Респект. Вот это респект. Брюмастер, это жесткое, да. Это персонаж, который... Но это такой микроконтроль должен быть. Это да, лучше, это чем у Мипо. Персонаж. Обожаю Брюмастера, хотя сам за него играть не умею. Стрёмно как-то. Как-то стрёмно, потому что, ты знаешь, если мид просрёшь, в пабе все передают привет твоей маме. Всему твоему семейству, а я такой человек, я не люблю слушать всякое говно в свой адрес. Да никто этого не любит, как бы. Я лучше покатаю, все равно есть какой-то осадок негатива. И мне как бы, я понимаю, что мы напласт с прибором на то, что они говорят. Вот, Тимберсоу. Ха-ха. Да, хорош. На 6-м уровне, если у него арканы будут, он пойдет всех ломать. Ну, в лейте он тоже... может и терпеть, а то Брюмастер он может... Да, Брюмастер в мид пойдет, да. По-любому. Брюмастер в мид, да. Да, он всегда в мид идет, да. Как бы. Ну, а иногда... Бан, смотрим, что банит Сила Света, Black Republic. Что у нас сегодня банит? Вич Доктор. Хай! Они думали, что они возьмут саппорта? Четвертого? У них керри получается пока в Райт Кинг. Да, в Райс Кинг и Тимберсоу. Ну, они думали, что они возьмут еще одного саппорта. Для чего вообще? Тимберсоу, он как бы инициатор, да, больше? Ну да, как бы да. То есть керри в Райс Кинг, он тоже
Но могут сейчас керри взять, и Райскин будет как бы на помощи, на поддержке. Так же, как та игра была, Баланара взяли и ЦК. Как бы Баланар в основном был, а ЦК как бы так. Баланар, видишь, он так особо из битэмов-то и не нафармил, он больше как... Так это сказать, он больше на выживаемость, набрал. Ну, Вайпера забанили, Вайпер может дать просраться. Ну, они думали, что им сейчас мидер нужен, но мидер-то брюмастер. Зачем вы, блин? Брюмастер может стоять на миду. Да, он на всех линиях может стоять, как бы. Он тоже универсальный. Не хотят. Да, он такой очень классный персон, у него очень крутые скиллы. Значит, если не на миду. Вон, смотри, шанс уклонения 25%. Ну, под пивком-то ты не надаешь никому. Шанс промаха 75 под пивасиком. Это просто под первым скиллом шанс. Вот такая заруба жесткая будет, слышишь? Все, подожди. Рики против брюмастера, короче. Брюмастер пивко, а Рики тучку. И все. И кто кого дамажить будет? Везде ж промахи. Нет, у Рики там сколько процентов? Не уменьшишь все равно. Ну, все равно промахи будут. Нет, ты смотри, пассивка его дает 25% промаха, а пиво дает 75%. Ну, я не знаю. А они, кажется, не стакаются. Да нет, стакаются. Как это не стакаются? Нахер тогда одному делать два скилла одному персонажу, который не стакаются? Не знаю, темпларка, что? Даже если не стакаются, 75%. Да, это уже много, это очень много. До 45% на первом уровне. Кире надо сразу тарить, скорее всего, ему надо тарить этот МКБ. Обезьянья палка. Так, есть у них темплар. Ну вот она в мид, наверное, пойдет. Если они адекватные брюмастера поставят куда? В легкую или в хард, наверное. В хард все-таки. В легкую, скорее всего, переплот. Ну, можно. Подожди. О, Рики, слышишь? А? Рики. Вот это бойня будет. Дымок и это. Давид, иди нахуй, берет Рики. Помнишь, я тебе говорил, тучка и пивко. Вот это будет замес. Вот, тучка есть, пивко есть. Давид не обижается, просто Рики. Ну, Рики контрится легко, если нормальный саппорт, то, в принципе, это не читерство. Я видел даже где-то видео Дэнди, как играл. Да, ну это... То есть, в принципе, нормальный перс, его тоже редко напикают. На чемпионатах, ну таких. Да, она так на больших, на огромных, да, Рики не пикают. Зевса стримается, да. Брать. Мишаня, капитан, что-то стремается. Капитан команды, два капитана берут по саппорту. Зачем? Не знаю, все, началась игра. Да, игра началась. Ух ты, да. Они, наверное, Тимберсов хотели сет показать. Где? Мощный сет. Подожди, а мы посмотрим, что... Чё, Рики покупает щиток и продает его. Оу. Вот это молодец. Ну и что, он сразу... Может, у него есть... А, у меня такой сет есть. Кстати, надо будет его как-нибудь разыграть. У меня уже некоторые школьники достали тем, что поменяю. Видимо, он там что-то стоит. Да, он из сундуках выпадает, он единственный сет. Я не трейдер, ребята. Я не это, цены не знаю. И не надо мне писать, чтобы я что-то поменял на что-то, на деньги и прочую херню. Так, ребята, что-то там не поделили. Все в пятером пошли. Ну они гангать пошли, гангать. О, под смоками еще, слышишь? Хо-хо. Смок. Ну рано ли смок взяли, потому что... Да нет, это варды поставить, например, там. Это делают. Такую штучку. Нет, они пошли гангать. Но, по-моему, смок был очень рано, потому что сейчас... Половина уже. Смотри, что он сделал. Пелемешка взял сразу хедрос. И все. Просто взял ауру. На все деньги. Офигеть. Ну, у него лечилка есть своя. Ну да, выхил есть, но реген маны небольшой. Реген маны. Ну, видимо, он будет стоять. Все, ребята просрали свой смог. Тиммер берет иллюзии или не берет? Нет, не берет Тиммер. А кто на мид пойдет у них? Зевс? Зевс. А вот у Black Republic кто? Темпларка. Темплар. Ну, Темплар
Ну да, темпларка это как бы мидовый такой, ух, прям. Она качнет первый скилл, Зевс тоже качает первый скилл, но это, по-моему, вот смотри, два станчика, смотри, два станчика в райскинке или он стоят в лесу. Сейчас будет на темпларку, наверное, все-таки. Да-да-да, заходят, смотри. Сейчас о, ФБ будет. Попалился, попалился. Сейчас ФБ Давай, будет. Опа, рефракшн. Опа, лягушка. Давай, стан. Еще один. Будет. Опа! Ой-ой-ой. Один в один. Да, в Райскинга забрали. Ну, он... Почему ли он не качнул? Он стан качнул, а... Да. Могли бы, в принципе, да, ладно. Ну, это не нам их осуждать, короче. Да, все это... равно. ФБ кто взял? Зевс. Зевс. Но он сейчас бутылочку себе принесет. Да, он же... Да, несет бутылочку. И сапог. Бутылку и сапог. Хо, сразу затарил. И он поставил вард. Брюмастер стоит один. Смотри. Брюмастер один стоит. Да, он может, против может. Троих, но не против троих. Это уже ж как-то жестко. Оу-оу-оу, хорошая. Хорошая разводка была. Так, брюмастер. Брюмастер, в принципе, но он может. Но под первым, вот под первым спеллом варлока стоять вот около крипов, это пипец жестко. Просто. Крипов бьют и тебя бьют. Опа! Сейчас не ожидали. Опа, на. Все. Антимагу фраг. Black Republic. Что-то они такое Black нагибают Republic, вообще. Да, они собрались, они контрят. Законтрились очень, да, нафармил в лесу, видимо, антимаг, чтобы он не делал шалостей. Да. Вернее, команда. Они поменялись, и я теперь путаю. Да. Команда со страха победим. Завардила спот в лесу. Так. Вот сейчас как бы опять без брюмастера не поймали. О, отсасывает, идет отсос. Прыжок будет? Будет прыжок. А если бы прыгнул, тучку дал. У него вороты по-любому. Прыжок, не прыжок, у него вороты, пиво, он кинет пиво. Все нормально. Брюмастера тяжело убить. Ну да, он еще клэп бы даст и все. А он клэп не качнул. Слышишь? Он пивко на два взял, а клэп не качнул. Чего? Че, серьезно? Значит, он... Не, ну, клэп... Не, клэп это такой жесткий спелл. Да, это для того, чтобы забрать. Но он ну, не это такой жесткий спелл, я тебе скажу. Я это... знаю, он один против троих. То есть, в принципе, он не рассчитывает на то, что... Ну да, пивко, он... наверное, это правильно. Пивко. Ну, я не знаю, я не буду их осуждать. Как в первый раз. Леон много доставляет проблем, хотя на первом левеле не стоит этого сильно бояться, это всего лишь там маны в секунду 20, это 100 маны. Не, ну у него уже сильно, нет маны как бы, отставать. У него 50 да, маны на одно пивко, и как-то это не да, забалуешь. Да. Ну, ну, понимаешь, тут стратегия. Ну да, ну не сейчас мне их осуждать, Зевс, да. Зевс может лечь сейчас тоже, если кто-то подойдет, Зевс. Мишаня ляжет. Я не помню. По-моему, Мишаня, да, играл тоже на меду, Баланаром в той игре. Да, Мишаня. Трипла, Тимберсол терпит. Не сильно отстает. Да, точно. По левелу этот. У Зевса пока топ крипста отстоит. Ну, он как бы мидер. Почему не антимаг? У антимага 10 крипов. Все понятно. Смотрим, что у нас полученного опыта. Так несущественно. Да, это пока. Несущественно свет. Несущественно золото. Добито. О, Зевс заходит. Смотри, Зевс заходит с потайной. У Зевса Зевс пока нет входит. Ульты. Почему он ушел? Нет ульты. Зевс пришел. Что он пришел делать? У него три ш... У него маны три шестерки. Он пришел выгнать его. Ну, вот. Зевс, давай. Давай, давай, дружище. У тебя он есть шанс. Не может, не убьет. Опа! Убивает Зевс. Очуметь просто. Зевс качается в керри. Он правильно делает, он качает второй скилл, помаксит. И они уже, блин, они уже пушат. Ребята пушат. Это, блин, вообще пятая минута. Почти шестая начинается. Пятая минута, и ребята уже начинают пушать. Прикинь, фигачит крипочков. А я на секунду отойду. Давай. Так, ой, Тимберсоу, сейчас тебе, да, забирают, там терпит Тимберсоу на харде терпит
Бримастер. Посмотрим. Бримастер такой персонаж, что после ульты он может дать просраться. Да. Да-да-да. Так, что делает Леон? Леон у нас вардит. Вардит. Все вардит. Все завардил. Пока по возможности. Пока Д вардит. Так, смотрим на мини-карты. Что у нас? Темплар убьет. Темпларку убьет. Куда она пошла? Так, не качает она ульту, в принципе. Я тоже с ней согласен. Не очень она так и важна в начале. Вообще фигня. Бримастер терпит. Терпит, стоит в лесочке, зачем-то спрятался. Ну я отвлекся ненадолго. Да, да. Извиняюсь. Зевс опять идет гангать. Ты смотри. Он может сейчас забрать спокойно шамана. Вот точно. А нет, он не гангать идет. Но он взял, он в невидимости шел вниз, как бы я такой подумал. Нет, он не пошел. Так, что-то тут фармят. Не идет пока особо фарма антимага. Зевс и Рики фармят, в принципе, хорошо. У команды от страха победим. Ну и еще лучше фармит Темпларка, которая на фри фарме сейчас стоит. Зевс пошел гангать, пошел помочь своему тиммейту. Потому что тиммейт-то терпит. Тиммейт тоже шестого, есть уже ут. Не получается у меня ганг. Есть. Не знаю, что делает Варлок. Они уже ушли. У них есть вард, они не видят, это вард соперников там. Они не видят, есть ли в лесу у них гангер, нету ли его. Ну да, как бы. В принципе, я обычно... Вот, на Бримастера нападают. Я обычно ставлю вот сюда вард, потому что это Бримастера. И Бримастера почти забрали, да, все. Выезжает Бримастер, блин. На лоу хп уходит. И Ланая идет туда. Райт Кинг, и Ланая идет дать просраться. Бримастер сейчас заберет Леона. Нет, не забирает, потому что... Нет, может... Потому что Леон... Нет, не заберет, потому что... Сейчас бы он, конечно, и пригодился, но особо он такой... Сильной пользы. Ой, убивает. Там... Тем временем, пока мы отвлекались, тут убрали двух саппортов. Зевс довольно-таки... играть умеет. Терминатор Визус, конечно, говно, потому что мы успеваем за всем следить.